Элекс, Элекс, я здесь. Какой план? Подписывайтесь на канал Колпашки Колокол. Весьма вам благодарен. Вам не трудно, а нам приятно. И всем привет, мои друзья и подружки. И с вами шоу Easy Games. Да, ребят, с прошедшими вас праздниками этого года 2020. И я залетаю в этом году Mortal Kombat. Да, ребят, и в группе ВКонтакте идут голосования. Проголосуйте, за какую вы игру хотите видеть на этом канале. Чё, и мы не будем медлить, и мы полетели. Ну чё, ребят, начинаем с вами играть. В этом году первая игра. И тут ко мне котик-обормотик пришел, мешает. Думает, что он стеклянный, зеркальный, да? Ну ладно, давайте будем с вами. С Рождеством, блядь! Играть, да, ребят, я вот в этой башне Линкуй, или как ее? Линкуэй. Короче, без разницы. Я остановился на 178-й битве, и я пройти не могу. Да, ребят, мне выпало Скарлетт. И я сейчас ее в данный момент прокачиваю, как могу. Вот такой на нее пока снарягу поставил на время. Ну чё, давайте проигрывать, потому что я знаю, что это я не пройду. Да, ребят, если вы хотите, чтобы часто выходило видео по Mortal Kombat Mobile, ставьте лайки под этим видео. Чем больше наберется лайков, тем я увижу, что вы хотите видеть эту игру. Сейчас мы ее отделаем, наверное. Да, ребят, я тут Джейд, она у меня прокачана до 10 состояния на 60 уровне. Вот. И я всегда делаю это. Первый спецприем, потому что он нормально жизни так забирает, он видели как. Вот. Может, вы счастливы, может, при вас мне получится пройти до 179, а там посмотрим. Ай-яй-яй. Ну и все. Да, я, кстати, забыл, надо было это. Нафиг. Это. Саб-Зиро забыл поставить. Ну ничего, в следующем бою я поставлю. Блин, Скарлетт ему вообще нифига не наносит. Зато он меня с трех ударов. Красавчик. Я сейчас вернусь. Ща. Погодите, я сейчас поменяю, сейчас сабыча поставлю. Секундочку. Ща. Опа, ща. Пролетели. Пролетели, опять проигрывать. Да, ребят,
Если вы в группе ВКонтакте на аватарке, ну, на обложке группы, видите штрих-код, да, по этому штрих-коду можно донатить на этот канал, на развитие. На развитие Show Easy Games. А чем мы будем с вами развиваться, тем будет лучший контент, хорошее качество и все остальное специально для вас, моих хороших. И у меня уже жизнь нет. Красава. Дорого йод. Джаз. Чуть не затопил. И фотоблок. О, я сказал. Или X-Ray. Без разницы. Не, Скарлетт мне нравится, она быстрая такая, я бы прокачал до 10-го слияния. Зря я вот это вот сделал. Ну ничего. Да, даже так. Ответочка. И все, да? Еще раз, ребят, мы с вами сейчас проиграем. В этой башенке. Я знаю, что вы скажете про этот бой. Скажешь, ты же изи должен был на изи, да? На изи проигрываю. А как еще? Если у меня только Джей так хорошо прокачан на 10-м слиянии. Красавчик.
Да. Красиво надо уметь проигрывать. Да, ребят. И вот я застрял на вот этом вот, и дальше я не продвинусь. И я знаю, что вы скажете. За Рождество, блин! Вот это вы вот скажете. Ну, ничего страшного. А тут мы чик-чик-чик Люкенга проходим. Я без вас тут прошел немного. Немного, вот так вот, немного. Но много. Вот. Сейчас в обратную поменяем на Диорку. Диорка, ворка. И вот так, ребят, потихоньку я сейчас Джейд прокачиваю. Сейчас ее докачаю до 50 уровня. Вот, потому что я на нее все карточки посливал на прокачку. Вот. Кстати, она мне сегодня выпала. Я даже не ожидал, я так не собирал 400 душ. Такой думаю, да, я открою терминатора. Сегодня последний день. И такой бах, открываю терминатора. Ну, пак. С терминатором. А мне Джейд выпадает. Я, о, ништяк. Ну вот так вот. А вы, ребят, не забывайте подписаться на канал. Я вас очень прошу. Если вы не подписаны, подписывайтесь и скидывайте, делитесь с друзьями. И друзья, вы тоже подписывайтесь на канал. Мы станем очень большой семьей. У меня на канале много чего интересного выходит. Вот. Как-то так. Вот вы сами видите, как я потихоньку сейчас прокачиваю своих перцов. Персиков. СМК-11 у меня кто? Саб-Зиро. Потом Рейден. Потом Скорпион. Потом Кабал. Только Кабал, который в этой башенке, который был. Вот. Я его там выбил. Вот. Потом Джейд, которая у меня в данный момент вывозит. И вот она вывезла с первого боя до 179 или 8-го, вы его видели. Это она все вывозила. И вот Джейд мне выпала. СМК-11. Вот такие вот у меня персонажи. Да, сейчас, ребята, я вам сейчас покажу своих всех. Ну, все свои карточки, да. Вот. Сейчас мы тут посражаемся немножко. Кино. Давай, Кано. Давай, Ермо. Давай, Джаггикс. Блинкс.
пощечину ему, так пищляпас. Как в каменных лицах, да? Ляпаса так. С левой, на. И все. Вот загрузки вот эти вот долго вот идут, идут. Бы вот разработчики бы вот сделали, чтобы загрузки побыстрее проходили, а то столько времени проходит на эти загрузки, блин. Играешь 5 минут, а по загрузкам ждешь полчаса. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Около 10 секунд. Плюс-минус. Вон. И тут. Сейчас. Раз. Ну, это ладно. Это нормально. Раз. Вот, нормально. А вот это вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, 6.5. А то и до 8. Это, блин, печаль. Обидно, досадно. Ну ладно, что ты поделаешь. Вот. Давай, Котя. Я, да, ребят, вот недавно вот этого скорпиона прокачал до 60 уровня, потому что он у меня на 10 слиянии. Это круто. Вот, сейчас я вам свои карточки покажу. Вот у меня сейчас в данный момент 202 души. И 2 лямчика. Я их только трачу на прокачку. Ну, персонажей. Вот. А так-то эта валюта даже и не нужна. Вот, вот такие вот у меня. Вот у меня кто вывозит сейчас все. Вот, пока вот прокачивается. Потихоньку. Вот мой кабал. Рейден, ну и вот Джейд. Так, потом вот Саб-Зиро, Скорпион, но я его на задание отправлял, потому что как бы я им сейчас не играю. Вот, вот такие вот у меня персонажи. Даже вот не все даже карты, вот эти две прокачанные, вот эти еще не до конца докачанные, и потихоньку так вот их прокачиваю. Вот моя Джейд, которая сегодня выбил, я аж рад, чтоб так всегда в этом году было. Ну и вот последние мои карты. Вот сейчас вы увидите, сколько мне еще не хватает.
и не хватает всех алмазных карт. Кроме вот, вот этого кабала, кабал, ермак, которого можно за кристаллы будет купить, вот этого скарлетнет. Вот я хочу вот этого кабала, вот эту вот скарлет хочу. И терминатора хочу. Так, так, вот этого. Ну и золотых этих карт. Вот такие вот у нас пироги. Вот так вот, ребят. Вы не забывайте подписаться на канал. Вот. И ставьте лайки. Чем под этим видео больше насобирается лайков, тем я пойму и буду чаще выкидывать Mortal Kombat Mobile. А там пишите в комментариях. И вообще-то заходите в группу ВКонтакте, все ссылочки в описании, подписывайтесь, голосуйте, в какие игры будем играть в этом году. И на этом, ребят, мы будем с вами прощаться. А вы не забывайте подписываться на канал, кто это еще не сделал, колпашить в колокол и писать креативный комментарий. И ставить лайк или дизлайк. И все ссылочки в описании под этим видео, куда нужно заходить, подписываться и следить за новостями. Хуя! Не так я тренды представлял. Я-то думал, сейчас запишу видосик, он наберет 1 000 000 просмотров, ко мне сразу обратятся рекламодатели, а дальше пойдут цыпочки, деньги и всякая слава. Ой, тебе. Ты что-нибудь слышал? И на этой ноте мы с вами прощаемся. И всем пока. И да, будьте здоровы. Поставь лайк. Поставь лайк. Поставь лайк. Изи заколебал, подпишись на канал. Шоу Изи Геймс, Шоу Изи Геймс, Шоу Изи Геймс, подпишись на канал. Я заколебал, подпишись на канал.